В общем, делюга такая, капитан очевидность толкает мысль. Меня Экстрим 3 лично немножко не устраивал тем, что, ну, басов не хватало. Опять же, если слушать на открытой улице, это одно. В дом заносишь — уже немножко другое, уже хоть какие-то басы появляются. И вот просто единственная аналогия, которая сразу сходу приходит на ум, это как человек начал есть жареное мясо. Он ел просто сырое мясо еще в каком-то каменном веке. И шел, случайно уронил кусок мяса в костер, в огонь, которым обогревался. И вот, и начал жрать после этого жареное мясо. Так вот, тут просто, да, колонку с мопеда снял, несу и для удобства положил в чехол. И, о боже, какие басы появились. Это... Я и до этого знал, что если в какое-то там пространство относительно закрытое короб положишь, какой-то эффект будет. Но... Ну что такое будет, честно, вот после этого я ее буду только в таком виде слушать. Я не знаю, насколько вам слышно, но вот просто вытаскиваем. Еще раз, просто громко. Не знаю, низких вообще нет, чувствуется какая-то середина, все. Но только мы делаем это погружение, все. Средний насыщается, и даже какие-то низкие появляются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА